Всем здрасте. В общем, на момент записи данного видео остаются просто считанные дни до соревнований. В следующую пятницу уже будет взвешивание. И на следующий день, в общем-то, сами соревнования. В понедельник, в общем-то, будет последняя, точнее сказать, крайняя тренировка. И также с понедельника начну с гонки веса. Так, на тащах я, в общем-то, вешу по утрам от 78 до 79 килограмм. То есть вес где-то колеблется между вот этими цифрами. Сливать я, конечно, планирую уже водой, чтобы не потерять потом в силе и эти килограммы за сутки вернуть. Сама программа расписана по гонке веса как раз на 5 дней. То есть если я сейчас начну с понедельника, пятый день этой программы уже идет само взвешивание, то есть там не надо будет вообще ни пить, ни есть. Сама программа рабочая, не раз применялась в соревнованиях, силы так таковые не тратятся, если правильно восстановиться после нее. Ну а сейчас по традиции, конечно же, небольшая нарезка, и потом поговорим об основных подходах, в общем-то, которые у меня получились. You got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll take a look. Don't know. После 160 я пошел сразу на 180. Ты что, с ума сошел? В программе также расписана прикидка по процентовке, сколько брать, что брать, на сколько брать. Я, в общем-то, взял на этот подход поболя, чем, то есть мне надо было по процентовке взять около 175 килограмм. Я подумал, я уже тянул 175, и решил взять чуть-чуть побольше. Ну и по традиции уже видно то, что по видео штанга просто отрывается от пола, слетает. Я тянул, все нормально, но по ощущениям так таковым, это не очень. Пацаны, нахуй так жить. Хотя по видео заходит такие красиво. Could look at you all day, watch the way them hips sway. Love your body so I pray, don't you dare take it away. Can't control what I say, lost my mind cause your frame. Hey girl, what's your name, lit me up just like a flame. Body in motion, I feel the commotion. Ну и после 180 я сразу решил 195 взять. В общем-то тот вес, чтобы у меня полностью сумма собралась на кандидата мастера спорта. Ты что, с ума сошел? Если в каждом движении рассматривать, какой должен быть шаг, то, как мне лично объясняли, то в приседе это будет приемлемый шаг от 5 до 10 килограмм, потом в жиме это будет от 2,5 до 5 килограмм, ну максимум 7,5. И в становой ты можешь добавлять от 15 и вплоть до 25 килограмм сразу. Я, в общем-то, взял сразу нужный вес, чтобы не терять. То есть поначалу я хотел взять 190, потом уже посмотреть, как 195 зайдет. Если бы я взял 190, то я бы почувствовал, что тяжело пошло, и не стал бы идти на 195. В общем-то, как и сказал, взял 195 для того, чтобы собрать нужную сумму на данный момент. Поэтому получилось, что получилось. You got me shook from the way your body looks. Got me riding hooks, got me feeling like a rook. I don't do it by the book, but for you I'll... Ну нахер. В общем, по подсчетам присел я 170. Пожал я 120, ну и потянул я 195. Это нужная сумма, выходит на КМС. 485 килограмм. Эта сумма прям впритык, ровная, то есть без запаса. Вот что в чем-то и проблема. То есть на 1 килограмм меньше и норматив уже не выполнен. Думаю, буду пытаться присесть, буду пытаться пожать и потянуть нужный вес.
задомкратить его, так сказать, чтобы выполнить этот норматив, а именно кандидат мастера спорта. Я благодарю за уделенное время просмотру данному видео, так как видео получается небольшое, но затраты самого времени на его монтаж уходит довольно-таки много. Поэтому тыкни палец вверх. Тебе не сложно, мне приятно. Также тыкни на красную кнопку подписаться. Всем пока. To see my new lead chemistry feels like it's destiny. I just want you laying next to me, and I really don't want you to touch me. Your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Touching on your body feels like taking on a drug. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb. Everything you do, I can't seem to get enough. You got me feeling good, yeah, you got me feeling numb.